Несмотря на то, что уже очень поздно и темно, встречающих было более 200 человек, и все с нетерпением ждали встречи. Амир, давай оркестр. Шары, цветы, речевка, подарки и плакаты – все для победителей Алины Адильхановой и Даяны Абдербековой. Женская сборная Казахстана по художественной гимнастике стала чемпионкой Азиады в многоборье. Финал принес ученикам Алии Юсуповой 159 и 859 баллов. И этого хватило для победы. Благодаря каждодневным тренировкам и профессионализму тренера Алии Юсуповой, Казахстан завоевал в Индонезии 7-е место. Завоевали девочки 2 золотые медали. Одна медаль – это в командном зачете, и золото в личном многоборье у Алины Адильхановой. Конечно, мы очень рады, то, что в копилку нашей страны нам удалось завоевать в очень тяжелой борьбе 2 золотые медали, потому что это азиатские игры. Я очень довольна нашей командой. У нас очень сильная команда, в состав которой входит вот первый номер Адильханова Алина, Тлекенова Адилия из Астаны, и третий номер – это Абдербекова Даяна, тоже из Шымкента. Главный тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике рассказала, что такого большого успеха у них давно не было. Девочки выложились на все 100%. Я выиграла многоборье азиатских игр, и также командный зачет мы выиграли с девочками. Ощущения не передать словами, я до конца пока что не осознала. Но это очень большой труд, я очень долго к этому шла. Большое спасибо моему тренеру, без него ничего бы не получилось. Я очень-очень рада, и это ощущение на всю жизнь останется, воспоминание. Проходили очень важные соревнования, азиатские игры. И я выступала там. Проходили они в Индонезии, в Джакарте и Палембанг. И выступили мы там хорошо. Мы выступали в командном выступлении, и все выступили хорошо. И заняли 1-е место. Сейчас планы у меня чемпионат мира. Наши призеры целыми днями оттачивали каждое движение и усердно тренировались не только в Шымкенте, но и в Москве, Алматы и Джакарте. Мы вся большая семья, и мы очень рады, что в нашу копилку пополнились 2 еще. Тем более мы тренируемся в одном зале. У одних тренеров нельзя было не приехать. Мы просто смотрели трансляцию и были очень рады, кричали на весь зал. Настолько радовались. Это просто непередаваемые эмоции, когда девочки выступают, и просто переживаешь за них. Через несколько дней Алине и Даяне предстоит перелет в Болгарию. 10 сентября в Софии пройдет 36-й чемпионат мира по художественной гимнастике. Ну а сейчас признались юные чемпионки, они хотят просто выспаться и набраться сил для новых побед. Анна Цурканова, Ильдар Жунусханов, Саид Ахмедов, информационная служба телеканала ОТРАР.